дело. Он набросился на свою бывшую возлюбленную Мортис со страшной силой. Его ярость, будто ужасное чудище, могла убить всех без разбора. Его порочный сын, Лаклоан, исчез вместе со значительной частью армии Мортис, гномами и эльфами. Ужаснувшись, кем он стал даже на миг, Голиан бросил своих детей. Эльфийское общество вскоре изменилось. Эльфийская знать продолжала набирать силу, и Люмиэль утвердилась в роли королевы. У знатных эльфов было много общего с людьми. Они строили большие города, носили блестящие доспехи и изучали приемы ведения организованной войны. Однако в лесах дикие эльфы начали протестовать насаждению цивилизации. Они хранили свое наследие как отшельники. Они избегали встречи с другими расами, предпочитая уединение возможному отступлению. Эта группа диких эльфов под неофициальным предводительством Тора Ака создала атмосферу страха в некогда спокойных лесах. Любой, кто забредал слишком далеко в глушь, становился потенциальной жертвой эльфийских разбойников. Разведчики следили, как злодеи Мортис продвигались все глубже в эльфийские земли. Так, начинаем последнюю кампанию за эльфов. Предвкушаю, что она будет самая трудная, потому что эта раса менее сбалансированная из всех остальных. По-моему, не в пользу игрока. Так как мы боремся с нежитью, я думаю, магов надо будет вкачивать пока что. Пророчество.
Надеюсь, не столицу, потому что за эльф я вообще не представляю, как это делать. Пиздят и пиздят своим. Так, что у нас по магии интересного? Тут непонятные формулировки, кто такие заколдованные. Хил разве что можно будет изучить. Что такое? Ара, блин.
Озвучка тут вообще отдельная. Но она неплохая, в принципе, у тех же демонов там прям на латыни базают. Не знаю, может тут тоже эльфийский говор какой-то используют, вряд ли толки, но какой-то. Сейчас будет хуй нет. Нежить это ара прям. Рот ебал. Сфера ослабления. Окей. Так, два волка. Даже не то что простые противники прям. Сам напал, нам первым юнитом остается в защите стоять, пока маг свое дело сделает. Блять, зачем я это нажал? Часть будешь стрим, да, планирую, в принципе. Так, нет, тайного знания. Еще надо. А, сферы. Так, ну золото сейчас вообще не актуальное слово совсем.
они первыми захотят напасть. Старейшина гоблинов. Вроде неприятный чувак. Посмотрим. Циклоп. О, начинается. Че он так часто ходит? Блять, три промаха, ебануться. Вообще рокировку не понял, что сейчас произошло. Кстати, у меня же грифонов вроде, я могу уже делать или нет? Не, видимо, не могу грифона вот эту вот, наверное, ветка, насколько я помню. Поэтому каких-то особо жирных на стражу не поставишь. Просто одним булыжником по башке вырубил. Территорию нежити. Убивать бы я не стал, конечно.
посижусь пока в городе. Мертвым героем у нас передвижение ухудшается, поэтому его, пожалуй, так воскрешу. Бестолочь. Thank you.
сюжет, да, вкратце знаю. Но он тут такой банальный довольно. Все боги посрались. Тело. Какого хера оно тут делает, правда? Полили. Лидерство возьму, конечно. Без вопросов. Я здесь. Так, что у нас еще по ударным заклинаниям есть?
воскрешения больше нет, поэтому придется возвращаться. Что ж ты делаешь-то, иди так. Насколько, блин, херовей, когда героя нет, передвигается отряд. Это прям пиздец какой-то. Три хода, чтобы добраться, блин, да. Ну да, столицу я бы не захотел захват. Ну нахрен. Пора с этим покончить. Тут у гномов особенно забавная озвучка в момент, когда их отряд уничтожаешь, там прям пиздец. О, Носферату вышел на тропу войны, блин. Так, кто тут у нас? Люди ящеры, да? Mimi Smuggler!
Да, он прется-то. Подожжем, потушим. Да, я тоже смотрел на некоторые видео. Да я сам не понимаю, как люди на уровне сложности 200 вообще играют. Там же пиздец кромешный. Блять. Там тайминг не надо обучаться, блин. Счастье мне дали. Так, схожу, наверное, за воскрешалками на всякий, потому что, герой ватный, что пиздец. Что? Какая рыба? Здорово, Прокси. Так. Лавка. Можно, конечно, посмотреть, что он там продает. Может, что-нибудь полезное. Себя приобрести. Ну, как баф перед нападением наших на кого-нибудь. Может быть. Готов!
не смогли! Мы не смогли! С этим покончить. Если я тоже... Да, он же еще энтов призывает на поле боя. Это забавно. Что такое? Так, надо обмазаться всякой. А, блять, у меня же маны рун-то нет нихера. Вот я и приобрел. Ладно, посмотрим. А, тут у нас тролль. Мы не смогли! Близи, полыбай! Мы не смогли! Мы не смогли! Точность. Ну, точность, конечно, тут не помешает, потому что я аж охерел. С этой стороны елдак у кентавра, конечно, огромный. Когда с другой стороны стоишь, это незаметно. Отрядец тут не слабый, конечно, я бы так сказал. Не покоцаешь же. Глянем велел, типа, блядь, против людей пойти. Интересно. Странно. После миссии не озвучено. Или они только самую первую решили озвучить? Дальше хер с ним, типа. Хрен с ним возьмем. Это...
несмотря на следование воли почитаемого Бога. Ну, тут начало миссии озвучит. Не покидало чувство ужасной вины. Их блестящие доспехи были запятнаны кровью невинных людей. Для совещания был собран совет знати, который также должен был решить судьбу прорицательницы. После споров было решено послать за ней стражника и представить перед судом в условиях собственной защиты. Турак и его дикие эльфы обеспечили неприкосновенность прорицательницы. Они видели в ней голос перемен и давно ожидаемый стимул приблизить людей Голиана к своей судьбе. Банда Тораака, прежде не верившая в ее способности, теперь следовала за ней как за пророком. Они никогда бы не позволили охранникам Иллюмиэли забрать ее. Знатные эльфы были приглашены на встречу в лесу без оружия, как и остальной эльфийский народ. Когда споры усилились, прорицательница выступила с новым сообщением от Голиана. Эльфы должны были обыскать всю империю далеко за пределами своего лесного королевства. На этот раз допроса прорицательницы не было, но каждый из ее глаз изображал прекрасную фигуру, одну светящуюся и одну в тени. Нихуя не понял, но очень сам не знаю. Один на Кавказ, другой на Арзамас, видимо. Что-то в этом стиле. Так, я надеюсь, нежити в этот раз не будет. Может, я зря этот труп с собой таскаю, может, он и не нужен уже. Герой свой потерял. Хер найдешь его за этими. Так, проклятые у нас тут в основном. Окей. По-моему, прорицательница поехавшая.
того не взялся. Интересно. Сейчас вернемся. Так, окей, он перешел на нашу сторону. Что такое? Ничего интересного особо тут не продается пока, с исключением зелий. Лачуга у нас стингер. Он по одному. Он еще ядом лупит. Бандит. Он дважды стреляет. Давай стингер возьмем, не знаю. Там видно. Два волка, пока не будем на них нападать.
магии. Сразу. Хил. У меня маны не хватает. Я рядом нет, что ли? Это, конечно, более интересно. Что за... А, мана жизни. Что такое? Да они... Эльфийскую назвали как-то по-особенному. О, демоны. Черт бы их побрал. Удобный способ быстрее похилиться. Так, сколько там на улучшенное лечение надо? А, мана жизни, да. Эх, серьезная идея, пока доставать. Готов. Thank you.
про них говорил. Так, сколько? 200, ни хрена себе. Чуть не дешево. Не прямочково нападать на этих двух орков, их меня разнесут. Что это было действительно? Я готов. Так, если он у нас такой... Разведчик, до хрена пусть. Засада. Еще лучше нарвался. Понять, что это за моделька такая. В чем модель? Что она такая? Что-то стрёмное. Что она делает? Защита от магии элементов.
пожаловали. Так, тут шаманка и варвар. Замечательно. Так, ну ладно, он разведал. Пошлем его пока обратно. Задумал драконов укрощать, мне тоже не нашелся. Зачем пожаловали? Что такое? Раз уж я рядом, наверное, воскрешусь ручками.
скончался наконец дикаря, кентавр наш. Он уже есть, можно что-то делать, наверное. Только сперва придется это еще отлично. Так, а чё я не взял-то это? Наруч, это заебись. Я здесь. Пора с этим покончить. Тело не спихнуть. Я здесь. Инициатива. Ну, инициатива у меня и так вроде не жалуюсь, поэтому.
с этим покончим. Если я должен... Рыльтаун! Китя, умти! Тут особо я не вижу смысла этот гарнизон качать, потому что тут нежели проклятым надо ни хреновое такое расстояние преодолеть. Что-то добраться туда. Готов! Буду качать его, конечно, лучше на стойкость, на всякую, сперва броню и силу, потому что, ну, вяло он что-то для героя. Остальными у меня таких проблем не было. Разбойники что-то тут забыли. Этим покончим. Иллюминай!
тут у нас опять ничего интересного. Очень жаль. Пора с этим покончить. К сожалению. Если я должен... Он Рока.
Окей. Нахрен мне эти книги. Так, лучше еще раз, потому что... Чтоб, так сказать, добить, отрезать им пути к этой, как он, золотой шахте, чтобы они не шлялись у меня особо под ногами. Сила земли получили. Ну кто знает, может в этой книге про огурцы написано. Посижу тут немного, пока она не разрастется. Вот все. Встану прям поперек. Начинает захватываться. Еще немножко и... И начнут страдать прям конкретно. На будущее, если вдруг маны жизни по-прежнему нет, хотя бы это. Если вдруг эта сволота начнет лезть, чтобы захватить рудник. Полностью я, наверное, думаю, не получится оттеснить, хотя спустя какое-то время возможно. Просто от столицы тоже сильно очень влияние идет, и так просто отделаться от... Не дать им до рудника добираться, это будет прям совсем трудно. Поэтому он так будет переходить, ход мой, ход его там. А, вот, он уже не может до рудника добираться. Так, окей, шаманка. Шаманок в оригинальном Disciples 2 не было, поэтому я даже не помню, что они умеют. Не особо хочется проверять. А, они по всем хуярят. Thank you.
Тут уже дырище, пока тебя не было, произошло. Даже не дыра. Так, шаманка это. Ну ладно, думаю, сможем захватить. А чё, он сегодня без Полинки, что ли? А, окей. А почему к Борму, а не в общий? Хорошо. Так, это больше повреждений, это уменьшает от всех атак. Хорошо, понятно. А, эльфийская последняя. Так, сколько мне там до повышения? О, блядь. За эту миссию я, наверное, уже не успею себе еще уровень-то поднять. Хотя есть тренер, почему бы и нет. О, чувак сам пришел. Ты дурак, как начал войну, это то, что ты хотел. Арестуйте этого человека, блядь. Че он тут за хуйню учинил? Нас предал или что? Нагибатор. Так. А, это застава. Я думал, тренировочный лагерь. Обида ебаная.
все равно один и тот же скелет остается. Да, Кивич уже подмечал этот прикол. На самом деле там два, по-моему, разных варианта, но все равно кости одни и те же, так скажем. Ассасины. Может, конечно, с этим отрядом и получится таким образом совладать. Так, ну я предпочел немного покоцать перед началом боя, потому что что-то мне не очень улыбается в такой бой с ними вступать. В открытую конфронтацию. Черепа где-то нет. Да, вот в этом плане. Ну это такое себе различие, ну хоть что-то. Так, там что? Ага, сволочь вышла на охоту. Вандалы. Так, посмотрим, насколько я покоцаю. Поджарим, потушим. Собираемся нападать. После того, что я сделал, эта фраза выглядит особенно смешно. Стрим без Борма. Ну, если сколько народ соберется, Прокси, Морган, можно попробовать, конечно. Если бы хотя бы трое собрало, еще имело бы смысл. Ну, если Блазера, конечно, подтянуть, не знаю. Если он там еще не занят. Сами напали. Ясно, понятно.
ассасина, потому что он самый противный. Я до них достаю, значит, сейчас хилимся все дружно. Потом обмазываем их говном. Сразу по этой. Вот, хилишь убили. Хорошо, я похилился. Да уж, они после двух миссий геноцида империи еще надеются на какие-то переговоры. Интересный народ эти эльфы. Ну, неправда, я не постоянно выиграю. Да, я в процентном соотношении побольше, наверное, выигрываю, но и Морган, и Бормыч, и Блазер тоже выигрывали неоднократно, поэтому это такое себе утверждение по правдивости. Так, сейчас все перетащу. Не знаю, тело, блядь, конечно, уже нет смысла. Да, бла-бла-бла. Ну, серьезно. Вот как реально всегда, если захочет, выигрывает. Так он в основном Ваньку валяет, потому что знает, что типа, бля, если он начнет с самого начала раунда играть, он всем жопу разорвет. Только это его останавливает. Хотя иногда удается его троллить по-разному, но не часто. Так, что бы взять такого, что могло бы сыграть нам на руку? Хрен его знает. Тело я не буду с собой таскать, оно явно больше не пригодится, поэтому, ну, нахрен его. Эльфы держали путь через великий кратер Телены. Некоторые стремились к жестокой битве, а другие шли вперед во имя Галиана. В
Фирвин и знатные эльфы встретились, чтобы обсудить мирные предложения. Ну, скажем так, ты не то чтобы очень часто с нами играл на протяжении этих 2 месяцев. Ну, не знаю, если 10 раз наберется, то можно, да. Было решено, что Фирвин сама встретится. Ну, у тебя есть все шансы, ты просто не так часто с нами играешь. Это надо руку набивать. Вот Бор, Морган, мы более-менее часто играем с Блазером, поэтому... Шансы более-менее у них высокие. Боевой тактики, чем надеяться на возможность переговоров. Независимо от решения, подкрепление империи было не за горами, и эльфам нужно было торопиться. Так, конфликт в Тирене, но это мы будем в следующий раз устранять. Сейчас посмотрим, о чем они побазарят. Ага, нам группу надо доставить. Куда? Это вот эту вот группу или какую? Этот чувак неплохо прокачан, кстати говоря. Ладно, наверное, будет весело в следующий раз. Все же любят кого-то куда-то доставлять, пока им там под ногами мешается. Ладно, продолжим в следующий раз. Всем спасибо, кто смотрел, и всем пока.